Добрый вечер, дорогие друзья. На канале ТСВ Футбол высочайшего, самого высокого европейского качества. Лига чемпионов в Тирасполе. Тот матч, который ждут даже те, кто, может быть, не так пристально и не так внимательно следит за нашим футболом. Но Лига чемпионов – это два коротких слова, короткое словосочетание, которое заставляет дрожать сердца даже, повторюсь, тех, кто, может быть, не очень и сильно болеет. 20-й Йосип Брезовец, 55-й Матео Сушич, 90-й Вячеслав Пасмак. Тренирует тираспольский шериф, как я уже вам представил, ну, все вы прекрасно знаете, итальянский тренер Роберто Бордин. Начался матч, и сейчас постараюсь вам назвать состав Кукеси. Мало думаю, что кого вы знаете, потому что нет великих и известных футболистов в этом албанском клубе, исходя из одной официальной игры. Но по ходу матча я обязательно вам буду тоже рассказывать, потому что уверен, что есть и те, кто игру «Зарею» не смотрел, и им наверняка интересно. Тем более, что большое количество новичков в «Шерифе». Брезовец, первый удар по воротам, пока выше. И вот за эти 7 лет уже добилась права участвовать в Лиге чемпионов. Впервые, правда, в своей истории. Еще одну подачу в штрафную. Баяла бьет. Попадает в руки Энея Количи. Низам. И будет удар. Рикошет. И еще один угловой. Петр Раку. Был близок к тому, чтобы во втором официальном матче за новую команду забить сейчас. Букмекеров «Шериф» сегодня был явным фаворитом. Недооценивать ни в коем случае нельзя. И вот сейчас албанцы атакуют. Перупеич подбирает ногу под удар. И теперь же молодец Пасмак. В последний момент сумел ногу подставить. Криштиану да Силва. Ну вот сейчас мы посмотрели, как собирается атаковать Кукеси. Молчит свисток греческого арбитра. Пейч. Удар на месте Звонимир Микулич. Глаз да глаз нужен за вот этим молодым человеком. Перо Пейч. Антон. Дальше направо. Неплохая передача на Брезовца. Некому добавить мяч в ворота. Отбивает прямо перед собой сейчас Куличи этот мяч. Перехватили мяч наши футболисты. Брезовец. Мощнейший удар. И с трудом Энея Количи переводит мяч на угловой. Нойер. Вот сейчас Нойер, это был Баяла. Налево Криштиану да Силва. Возле углового флажка будет передача. И выше ворот бьет Жордан из убойной позиции. Еще один момент на 18-й минуте. Есть до чего разозлиться на себя. Ну а мы смотрим на Брезовца. Подача. Да Силва. Удар. Мощный, но прямо туда, где стоял Лене Количи. Кале. Тоже неплохо. Зичери. Подача. Не выходит Микулич. Скидка очень опасна. И хорошо, что удар не получается сейчас у Кале, потому что комбинация была простая, как 3 копейки, но да Силва. Деное накрывают удар его, но Мугоша подбирает. Рикошет! Угловой, всего лишь угловой. Подача. Удар! Перекладина! И как сейчас не забивает Сирил Баяла. Думаю, что не понимает даже он сам. Баяла. Офсайд. Офсайд. Обидно, что офсайд у Стефана Мугоши. Можно было не бить. Ну, похоже на то, что будет какой-то необычный розыгрыш. Нет, бьет Брезовец. И непростой удар, хотя прямо в тот угол, где стоял Энео Количи. И тем не менее пришлось прыгать албанцу. 38-я минута. Денойер пробежал. Брезовец! Удар! И, по-моему, штанга или Количи справляется. По-моему, штанга сейчас опять спасает каркас ворот. Там, конечно, атмосфера будет уже на стороне гостей сегодняшних. Можно играть. Да Силва подает. Жордан, скидка. Денойер! И не получается удар у нашей восьмерки опять. Удержать. Дает Кале. Микулич дотянулся до мяча. Продолжает атаковать Брезовец на левом фланге. Еще один заброс. Подача, удар. Криштиану да Силва. Подача.
Скидка Денойера. Удар мощнейший Мугоши. И как справляется сейчас с этим ударом Энеа Количи. Тираспольского шерифа Нияз Лена подает. Опасно очень. Удар намного выше ворот. Бразилец. Албанский идет вперед. Очень опасно. Пасмак выручает. Брезовец. Брезовец. Под удар. И никто ногу не подставил. Статистом был этот ситуации. И сейчас тоже пробежал. Брезовец подает. Но чересчур хитро. Еще шанс для Брезовца. Удар Брезовца! Справляется Энеа Количи. Опять некому добавить. Проходит передача Брезовца на Боялу. Чуть-чуть неудачно себе на ход подработал буркиниец. Передача! И опять мяч каким-то чудом не оказывается в воротах. Там и Мугоша, и Бояла уже вносили его. Внести пытались в прямом смысле слова. Теперь наказывают, а у нас шериф подает угловой. Подача, удар! И Сушич уже теперь не... С метра не смог отправить мяч в ворота. Брезовец. И пенальти! Пенальти назначает Христос Николаидис за игру рукой албанского игрока. Альберто Серан, нет, как раз испанец, перешедший в новую команду в этом межсезонье. Это он заработал пенальти, в кавычках, заработал для своих. Ну да. Ну да, куда очевиднее. Удар! Гол! 1-0! Зиги Бодибанга. Ну вот, наверное, для этого жеста вызвался забивать. Успеха Сирил Бояла. Увлекся обыгрышем. Но нужно уходить. Денойер не забивает. А положения вне игры не было у Жереми Денойера. И едва сейчас. 74-я минута. 1-0. Зиги Бодибанга вывел шериф вперед. И вот сейчас атака Кукеси. Очень опасная. Удар. И очень близко сейчас уже Кукеси был забитому мячу. Красиво сыграно. Домашкан. Домашкан падает. Не назначит второй пенальти Николаидис в таком эпизоде. А удар Брезовца. И удачно. Денойер. Бояла в штрафной. Бояла удар. И опять спасает голкипер. Криштиану да Силва, ну, чуть хромает. Может быть, вот поэтому сейчас делает замену Роберто Бурдин. Ну, а пока у нас Кукеси идет вперед. И опасно. Микулич спокойно мяч в руки забирает. Набил Жанну Гастиньо да Силва выше на замену. Ну а шерифу нужно как-то распределять силы. Но правда еще этот матч не закончился. Очень опасно. Сейчас Перро Пейча оставили одного. На последних секундах бил хорват, но бил мимо ворот. 1-0. Свисток Христоса Николаидиса фиксирует победу тираспольского шерифа над албанским Кукеси с минимальным счетом. Можно ехать в Албанию с минимальным гандикапом. Зиги Бодибанга на ваших экранах был только что автор единственного забитого мяча. Поздравляем всех нас с победой. Хорошего вечера, хорошего продолжения рабочей недели и хорошего лета. Всего доброго. Обязательно увидимся.